Новая программа «Днями» про подеи тыдня, якія датычацца Магілёўскай области. Аднак гэта не традыцыйны расповед у стылі дайджест. Галоўная задача – злавіць інтанацыю і настрой, атмасферу тыдня. Что пятницу у эфиры гость, как обмерковать подеи про уласные уражение. На первую программу завитал старшиня Комитета экономики облвыканкама Олег Буянов. Хорошо, в вашей семье бюджет планируется? Или все-таки вот по воле ВОМ как? Моей семье бюджетом занимается жена, она там больше в этом разбирается. Еще одна новинка – масштабный проект про научальные установы и систему адукации Могилевской области. Героями программы «Альма-Матер», як и ведущими, станут сами студенты. Кастинг пройденный, иде праца. У региональном эфире телерадиокомпании «Могилёв» з'явится и молодежное ток-шоу «Перезагрузка». Нагадаем, летость программу назвали лепшим региональным проектом года по версии «Телевершини». На новую встречу с ведущими различивать программы «Прямая линия», «Дети асфальта», «У городе Бобруйску», специальный репортаж «Деревенька». Проект «Интервью по средах» изменит формат и назву. На «Дозвольте рассказать». Новое оформление, новые герои и шмат цікавага. Пожадание сачите за программой по-ранейшему актуально. Татьяна Ларина, Андрей Ястребов, «Новина регион».